Всем привет, ребята. В интернете я насмотрелся очень много порно-фотофиксиков. И я захотел сделать свои фотопорно-фотофиксиков. И я начал свое собственное расследование. И я расставил камеры. Первый день и ночь ничего не случилось. Но на второй день у меня созрел один план. А план вообще коварный. Я сломал веточку и оставил ее на столе. Пришла ночь. По-прежнему ничего не случилось. Я уже начал разочаровываться, но после четвертой ночи я кое-что заметил. Как будто что-то выбежало и забежало назад. Сначала я подумал, что это какой-то синий писюн, но потом я понял, что это фиксит. И я сделал еще один скрин, еще скрин, и у меня получилось вот сколько скринов. Но мне все равно никто не поверит, поэтому я решил его поймать. И мне нужен новый план, но веточку я все равно решил оставить. Я уверен, что эти разноцветные писюны существуют, но когда они выходят наружу, то камера просто выключается, и я не знаю, что с этим. И я расставил ловушки. И я засел в засаду. На утро, когда я проснулся, я ничего не видел. Нет, я вообще ничего не видел. Да ну нафиг его веточку, он тут еще и ловушки расставил. Крыс, походу, ловит. Блин, надо сваливать с этого дома. Крысы нас же не любят. О нет, не насилуйте нас, крысы. Мы же хорошие фиксики, нет. Ой, фак, сваливаем. Я не смогу сам справиться против этих фиксиков. И я позвал своих друзей. Малыш Сэм, мне нужна твоя помощь, понимаешь? Ты должен подружиться с фиксиками. Фиксики дружат с детьми. Ты подружься с ними, я их сфоткаю, смекаешь? Чё? Это было бессмысленно. Мне никогда не поймать фиксиков. Малыш Сэм вообще не знает, кто это такие. Но я не собираюсь на этом останавливаться. И я буду искать дальше. Я сделаю еще много фото фиксиков, и я найду их с этим же конченным петухом, который кукарекает все время. Поэтому мы встретимся с вами в следующих сериях. Эй, братан, или может ты сестра, но мне не важно, это ведь ты моя родня. Подпишись на канал, чтобы видео не потерять. Лайк поставь моим нелепым рифмам, и так